Так, идем. Нет, вот смотри. По ранее нехоженным пробам. Вот здесь стоят, что туда нельзя, а здесь можно. Вот видишь, влево нам сейчас нельзя идти, вон туда. Потому что там стрельбище конкретное, стрелять боевыми патронами. Вот. А вот здесь пока можем, мы сейчас окружаем. То есть они туда стреляют? Они фиг узнают, я не знаю. Просто стрельбище в той стороне, вон там, да? Угу. Вот сейчас мы, видимо, подойдем к входу этого стрельбища. Ко входу главному. И уже зайдем, посмотрим, что и как. Нас пустят, конечно. Вот. А вообще вот все. Все идет слева. Сейчас стрельба идет слева, не знаю, в каком направлении только они пуляют. Собак. Ну, смотри, собак ты никогда не должна шарахаться. Вообще, не смотри в глаза, иди, не останавливайся, не ускоряйся, не замедляйся. Собака никогда на тебя не кинется. Ну, видела? Она сама меня обходит, она боится меня, она понимает, что я любую собаку могу грохнуть. Два счета. Так, так. Сюда ни разу не ходил, между прочим. Ни разу. Ну, выстрелы слева происходят, значит, будем смещаться левее. О, вышли мы на стрельбище. Это открытая территория. А что там закрытая территория? Здесь стоп написано, загородку нельзя. Вот туда не стреляют. Кто тут пуляет? Да, они туда стреляют. А где они? Они здесь вот справа от нас. Видно их? Нет? Вижу. Снайперские винтовки. Офигеть. Сейчас, сейчас, смотри, да, сейчас повернет и в тебя стрельнет элементарно. Открыто. Ну, сейчас можно зайти, любой ребенок зайдет сюда, его пух и капец. А вот эти вот веревки с белыми, это, видимо, дистанция. Они поэтому дистанцию определяют. Прицел смещают на определенное расстояние. Но тут расстояние метров... сколько тут? 80, наверное, да? Вот это так. Смотри, тут написано... Стокгольмская полиция сюда приезжала даже стрелять. Вон. Это их тоже стрельбище. Вот. Ну сейчас вот тут. Там три машины было, здесь четыре машины. Четыре машины. Кто-то пуляет сюда. В конце рабочего дня приезжает. Стоянка бесплатная. Бабалек. БМВ, смотри, какое симпатичное, да? А все, отстрелялись, чуваки. Слушай, X6, да? X6, смотри, интересно, БМВ, я что-то не видел такого вроде. Из Гетеборга куплено. Ну что, так и пошел? В новых шортах. Какие у тебя шорты крутые. Ну-ка, продемонстрируй шорты. Сейчас я покажу правильное поднимание тяжести для спортсменов, которые занимаются ударной техникой. Здесь не нужно поднимать вот такие вот тяжеленные штуки. Вот это, примерно, 50 килограмм весит, да? Вот эта штука весит, примерно, 30 килограмм. Вот. Не нужно тяжелые вещи для ударной техники. Мы даже должны поднимать максимально быстро, а опускать, ну, замедленно. Это делается вот так, для ударной техники. Правильно. Естественно, там раз 50 сделать, напрягаясь эту штуку, да? Сейчас покажу следующее упражнение. Ближе намного. А сзади посмотри. Ближе, я буду очень маленький. Вот, сейчас покажу упражнение на задние мышцы. То есть я сейчас показываю передние мышцы. А теперь, чтобы удар был правильный, нужно быстро назад руку брать.
Поэтому мы сейчас берем не 50, а 30 килограмм. Вот, и делаем такое упражнение. Вот. Ну, я тоже могу раз 50-60 и делать. Вот. И переходим к третьему упражнению. Очень маленький, меня не видно будет. Два раза, еще ближе. Еще вот так. Вот. А вот это упражнение на бицепс. Тоже нужно быстро поджаться и медленно опуститься. Раз. Ну ты молодец. Я могу 100 раз так делать, просто жрать уже хочется и пиво попить. Вот, а так не проблема.